добрый день. Сегодня, пользуясь случаем, мы хотели показать разных наших университетов, какие бывают столовые. Как раз мы находимся сейчас при Хунанском университете. Хунан Сюйшен Цантинг – это как раз одна из столовых. Их тут на территории кампуса более трех. Как раз пройдемся внутрь, посмотрим, какие есть продукты для иностранных студентов, да и для самих китайских студентов. Смотреть телевизор. В общем, так. Ну, как вы наблюдаете, как раз можете видеть, какие бывают разные блюда в столовых. Они в большом ассортименте, в большом количестве и на разный вкус. В общем, здесь очень все чисто, есть выбор. Как вы знаете, в большом количестве рис, вот как сейчас вот накладывает для себя вот студент местный. И также хотел отметить то, что китайские палочки здесь также в большом количестве. Вот так их можно брать. Они всегда чистые и заранее предусмотрены для всех студентов. В основном гарнир, как вы понимаете, это рис. И в основном отдельные блюда, которые каждый выбирает на свой вкус и выбор. Вот. Все стоят в очереди, никто не мешается, никто не пытается залезть вперед. Здесь также указаны блюда некоторых, точнее цены некоторых блюд, где каждый как раз на свой вкус может приобрести. Ну вот как раз мы сегодня берем обед для себя. Плюс в том, что здесь можно выбирать на свой вкус и оплачивать только за вес. Получается, сколько взяли, за что, за то и оплачиваем. Сейчас как раз посмотрим, сколько у нас выйдет вот за такое блюдо, за наш обед. Так вот мы наложим себе немного риса. И вот наше блюдо, которое нам обошлось около 5 юаней.